Короче, карданы слева, вот этот, снятый вот с этой машины. 100 тысяч километров пробежал. Ну, почти 100. Чуть-чуть не хватает. Этот новый. Ну, поснимай я крестовину потыркаю. И прям вот это. Вот так бери. Смотри, это живая, это перед машина. То есть вот этот вообще нормально. Ну, у нового, соответственно, тоже так же. Выжимной тоже живой, ничего не болтается. Ни гула, ничего, никаких люфтов. Так, а вот самое интересное вот здесь вот. Вот на новом видно, что оно все плавненько ходит. А старая заклинила. Вот так она ходит, а вот так. А так просто она разбита вся. Вот так еще как-то она, а так совсем нет. Даже с усилием ее не провернуть. О, в эту сторону идет. А в эту все клин. О, и так заклинило. О, там трындец этим. Ну, короче. О, клин капитально. Прям видно, как она вся болтается. Вот так. Вот она сделана кернением. Сними поближе, видно там. И поэтому она никаких стопорных колец. Ничего здесь нет, ничего здесь не меняется. То, что там делают, все это перетачивают, это все, мне кажется, полный бред. Самому, по крайней мере, вот эту херню не сделать. Даже если перепрессуешь, это все не отбалансировать потом и не выставить по всем этим. Даже если ты все это закернишь, и мне кажется, вариантов это мало. Поэтому надо покупать новую запчасть. Но она тоже без масленок. Что у новой, что у старой. Никаких. Ой, вообще клинит, даже не посмотреть. Даже не повернуть ее. В общем, на крестовине масленок нету. О, вывернул. Все, брат, не идет. Ну, как-то так. Снимается очень просто. 4 болта сзади, 4 болта спереди. 2 подвесной вытаскивается без проблем. Цена вопроса, сколько отдавали? 20. Не помню, или 24, или 26. Ну, все, будем ставить.